В Самаре в течение 3 дней будет проходить онлайн-лекторий, направленный на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики, работе со школьными СМИ и по формированию медиа-центров, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Лекторий проходит в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости». 22 и 24 марта площадкой для проведения станет технопарк универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета, а 23 числа – исторический парк «России. Моя история». Федеральный спикер, член экспертного совета комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика» Вячеслав Завалин. До 20 апреля в Самарской области проходит всероссийский эко-марафон «Переработка. Сдай макулатуру. Спаси дерево». К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании региона. Необходимо собрать ненужную макулатуру более 300 килограммов и оставить заявку на официальном сайте сдайбумагу.рф. Вторичной переработке подлежат глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературные ценности. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании-переработчика согласно расписанию акции, информирует телеграм-канал администрации Советского района. В рамках празднования Дня космонавтики в Самаре пройдет конкурс творческих работ «Покоряем космос». Основной целью является расширение знаний участников в области космонавтики, воспитание патриотических чувств, гордости за достижения страны в области изучения космоса, привлечение внимания к празднованию Дня космонавтики, эстетическое воспитание и развитие детей, вовлечение их в занятия художественным творчеством. Конкурс проводится с 27 марта по 10 апреля. Подробности можно узнать в телеграм-канале администрации Самарского района. We'll be right back.